Здравствуйте, меня зовут Ирина. Недавно приобрела дом с земельным участком. Работы ужас сколько много. И разровнять, и траву покосить надо. Искала в интернете какую-нибудь компанию. Нашла компанию «Землечист». Прозвонила им, сказали цены. Но не на все. Сказали, нужно приехать на замер. Прислали смс. Вот жду, должны сегодня приехать. «Землечист» с 2013 года специализируется на подготовке участков к строительству и благоустройству придомовой территории. Каждый заказ по-своему уникален. Чтобы определить виды и объемы работ, назначается встреча заказчика и инженера на участке. Замеры осуществляются ежедневно по всем направлениям до 120 километров от кольцевой. «Землечист» ценит время клиентов, а потому каждый выезд тщательно планируется и происходит вовремя. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я инженер компании «Землечист». Благодарю, что пригласили нас на замеры. Я предлагаю построить нашу встречу следующим образом. Вы расскажете, какие работы вас интересуют, я задам вам уточняющие вопросы, и после этого мы с коллегой проведем замеры. Хорошо. Тогда давайте пройдем по участку и покажете, где что необходимо сделать. Давайте. Инженер уточняет у клиента, какие работы необходимо сделать. Опрос происходит по уникальной методике EasyCheck. В ее основе лежит многолетний опыт компании «Землечист», оформленный в чек-листы. Каждый участок проверяется по 143 параметрам, начиная от оценки подъездных путей и заканчивая полевым тестом свойств грунта. Только так все важные для производства работ особенности участка могут быть учтены. Ирина, мне ясно, какие работы требуются. У вас есть ко мне на данном этапе какие-то еще вопросы? Да, я хотела бы еще узнать, что вы еще делаете, помимо этих работ, которые мы обсудили? В общем-то, на дачных участках мы делаем все, от расчистки до финишного озеленения. Ну, только вот дома не строим. Мне сейчас понадобится около 30 минут на проведение замеров, а вы пока можете посмотреть наш каталог, здесь подробно описаны все виды услуг, которые мы выполняем. Хорошо, спасибо. Кроме визуального обследования, инженер замеряет линейные размеры участка и построек. Берет привязки к границам, отмечает колодцы и прочие существенные элементы. Это позволяет разработать технические чертежи благоустройства и ведомости объемов, а уже по ним рассчитать точную смету. Для определения перепадов высот на участке используется профессиональный нивелир. Съемка высотных отметок обязательно нужна при работе по устройству покрытий или поднятию уровня грунта на участке. В завершении с разрешения заказчика делается фото и видеофиксация. Ирина, мы сделали замеры по всем работам, которые мы с вами обсудили. Мы обговаривали уборку и покос травы, вывоз мусора, дорожки и отмостку из тротуарной плитки и рулонный газон с автополивом. Все верно? Да, верно. Отлично. Подготовка чертежей займет до 5 рабочих дней. После этого мои коллеги из офиса вышлют вам их на электронную почту. После согласования в течение пары дней мы подготовим коммерческое предложение с подробной разбивкой на работы и материалы. А сколько по времени будут длиться работы? Длительность работ зависит от объемов. Окончательный срок будет указан в коммерческом предложении вместе со схемой оплаты и прочими условиями сотрудничества. Хорошо, я вас поняла. Буду ждать коммерческого предложения от вас. Тогда благодарю еще раз, что пригласили нас на замер. В течение суток вам придет смс-сообщение с просьбой оценить нашу встречу. Дайте, пожалуйста, обратную связь, она очень важна для руководства нашей компании. Хорошо. Благодарю вас, всего доброго. Спасибо, до свидания.